Всем привет! Вы на канале Ультрадер и с вами Рома Псих. Сегодня 24 сентября, сегодня официальное закрытие мотосезона город Стрельдомак, Салават и Шимбай. Вот, и сейчас я поеду на своей дрыжке на закрытие. Сейчас я нахожусь у себя в гараже, поеду в сторону Салавата, на выезде Салавата, на заправке. Сейчас все встречаемся и едем в город Стрельдомак. Вот, отдраил мотик заранее. Погода более-менее. Сейчас поедем, выкатимся. Ну вот, ребята, мы собрались на заправку в Салаватске. Сейчас потихоньку собирается народ. Сейчас еще чутка подождем и будем стартовать в город Стрельдомак. Собралось, наверное, 30. Сейчас мы у въезда в Стрельдомак, остановились немного размяться. Сейчас покурим, размянемся и стартанем в Стрельдомак. Въедем точнее. Вот мы приехали в Стрельдомак. Сейчас пока заехали в Дом призраков. Сейчас здесь все соберутся и поедем кататься по Стрельдомаку. Так сейчас выглядит обстановка. Сзади все остальные. Сейчас будем въезжать в Шимбай, прокатимся по Ишимбаю. И вот мы и прибыли в город Ишимбай. Мы находимся на парковке Батыр. Вот. Вот такое вот количество мотоциклов собралось сегодня. Закрыть этот мотосезон. Прибыли мы в город Салават. Немного, короче, отстал от колонны. Сейчас кое-как всех нашел. Все собрались на большом магните. Вот. Ну, получается, я стоял рядом с Уралом. Урал не мог завестись, помогал завестись толкача. Вон тот же зеленый Урал. И в итоге, пока толкал, колонна уехала. И мы отстали от нее. Вот. We'll be right back.
видео подходит к концу. Отлично прокатнулся, много с кем повидался. Официально закрыли мотосезон в городе Ритама, Кашубай, Салават. В данный момент мало выходит видео на канал. Материал как бы есть, но видео еще не досняты. Так что ждайте. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго, с вами был канал Old Radar.